Это молодежная хоккейная лига, регулярный чемпионник из Бобруйска. Ответная встреча, итоги вчерашней. Рискованно, но точно давал через диагональ, через свою зону. Бардельцев, опять Коробов, Морозов пошел. Идет. Морозов, и это гол! Стоятельно продвигался, очень смело. Примерно с той же точки индивидуальные качества, которые были проявлены нападающими, и в обоих случаях заброшенные шайбы наблюдаем. Хорошо поборолся, отобрал из неудобки, в девятку положил эту шайбу. Здесь же играл в этой тройке Рашид Душнемиров, которого сегодня, как вы уже знаете, нет в заявке на игру. И опаснейший момент прилетает, случается у ворот Никиты Горохова. Шайба попала в штангу и под хоккеисты из Белоруссии практически с нулевого угла бросал Тукач. И сразу сигналил о том, что шайба пересекла ленту в воротах. Хороший выход из обороны. Балыкин. Защитника и добивание. Гол. Устинов Александр. Со второй попытки. Вторым темпом. Голевое чутье сыграло в пользу нападающего сахалинских акул. Ничего себе! Ворота от синей линии, но это хайлайты. 3-1 сахалинские акулы увеличивают разрыв. Выстрел Кирилла. Дотягивался он до этой шайбы, не дал ей. Мало того, что не дал ей покинуть зону, он еще ее прекрасным броском положил в девятку. Складывается ощущение, что Кирилл здесь уже просто спасал ее от того, да, что да. Она уходит. Уходит, уже пытается уйти из чужой зоны. Его наотмашь просто бросил на Веру и попал. Подробности мы, конечно, еще узнаем. Ну, пошла. Это четвертая! Сахалинские акулы забрасывают. Альберт Осипов и Степан Карпов. Карпов проскочил, увидел Осипова, и тот не оставил шансов Чайке. Прекрасная атака. Осипов записывает Динамо. Ох, вновь пылают страсти, как не и в первом периоде прошлого делать. Матча. И здесь, конечно, уже более массовая драка. Устинов и Павлов разделились на пары. Севко и Тютюников. Севко настырнее. Он пытается. Лохнов. Теряет шайбу за. Но арбитры посчитали иначе. И Павел Колоты. Волочком. Тукач. Бросок и точный в верхний дальний угол Горохова сокращают отставание в счете динамовцы. Тукач подтверждает лишний раз звание лучшего бомбардира в команде. 13-я шайба для него в этом сезоне. И всего доброго и до встречи. До встречи.